И в продолжении темы. Сегодня в городском доме культуры состоялась большая концертная программа, посвященная Светлому Христову Воскресению. Перед славянцами выступили лучшие художественные коллективы. Также была организована выставка-продажа творческих работ и сладких угощений. В этот день фойе Дома культуры превратилось в выставочный зал. Там были представлены целые произведения искусства. Декоративные яйца из бумаги, картона, гипса, поделки из теста, разнообразная выпечка, куличи, медово-имбирные прянички и многое другое. Все это сделано руками воспитанников воскресных школ Славянского района. Любой желающий мог приобрести понравившееся изделие, а вырученные средства пойдут на благотворительность в храмы Славянского благочиния. А в это время на сцене начался пасхальный концерт. У нас сценарий идет полностью тематический. Не просто мы показываем номера, а идет мини-спектакль, посвященный Пасхе. Пасхальный концерт собрал полный зал зрителей. Славянцев поприветствовал председатель районного совета Григорий Литовко и священник Свято-Успенского храма отец Александр. Я хочу всех священнослужителей, всех присутствующих поздравить Светлым Христовым Воскресением, пожелать всем мира, добра, благополучия, счастья, успеха. Пусть в ваших домах всегда будет смех и радость. Храни вас всех Господь. Будем просить Господа, чтобы Господь в наши сердца вселил любовь к Богу и любовь к ближнему нашему. Христос воскресе! Свое творчество собравшимся дарили воспитанники воскресных школ при Свято-Успенском и Свято-Пантелеймоновском храмах, а также учащиеся детской школы искусств. Надежда Калинина, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».